Олимпийцы летят домой. В республику вернулся серебряный медалист Олимпийских игр по боксу Муслим Гаджимагомедов. Земляки торжественно встретили спортсмена в Махачкалинском аэропорту. Чествовали призера родные и близкие, а также министр по физической культуре и спорту республики Сажид Сажидов, представители Федерации бокса, главы районов и сел. Огромное спасибо за то, что сюда сегодня приехали, собрались. Я вам очень благодарен. Знаю, что все болели, переживали. Вот, на этот раз чуть-чуть нам не хватило, но мы будем еще больше тренироваться, трудиться. Постараемся в следующий раз выиграть золото. Спасибо.